Всем привет! И с вами канал MLP, мой маленький пони. В этом видео я буду делать для Каденс прическу. Вот. Ну, вот у меня была другая прическа. Сейчас покажу, какая у меня была. На Каденс прическа. Наверное, где-то видели. Ну, вот так вот. Оброк я мотала. Так вот. А потом вдруг... Мне захотелось для Карен сделать прическу, чтобы она... Сейчас покажу, как делалось. Сейчас, подождите одну минутку. Одну минутку подождите, чтобы она была где-то вот так вот, вниз опускалась. Но она как бы не... Я хочу, чтобы она была полностью вниз, а она наверх. Поэтому я буду... Ее гриву мочить сейчас водой, обмотаю резинкой, так вот, и подожду несколько, ну, день где-то я подожду, чтобы волосы достаточно высохли и улеглись. Угу, будет очень красиво. Ну, и я вам скажу, что Каденс у меня не от замка Шайнингармора, а она полагалась с набором вместе с Applejack. Ну, я очень хочу, чтобы у меня был Шайнингармор. Я нашла в интернет-магазине отдельный Шайнингармор, без замка, без Каденс, а просто Шайнингармор. Вот я вот его хочу. Это не от Каденс корона, от каких-то там кукол или от пони. Нет, это от кукол. Это от кукол корона. Но она очень хорошо идет для Каденс. Сейчас покажу. Вот, видите, прям как будто бы для пони. Очень красивая. Ну, давайте пойдем в ванну и мою волосы. Ну все, я пришла в ванну, сейчас буду ей вот тут вот над раковиной помочу ей волосики. Резинку я поставлю вот сюда. Моя зубная щетка на моторе. Давайте, я сейчас как-то камеру положу. Давайте сейчас покажу как. Ну, камеру мне никак не получается поставить, поэтому давайте я буду держать так вот. Планшет, и планшет снимаю, вот. Привет. Как-то буду водичку немножко, потому что она... Давайте я... Все, я намочила Каденс волосы. Давайте мы сейчас хорошенечко уложим. Мокрый. Ну, мы же будем ждать, пока все высохнет. Я думаю, то, что нам сейчас надо красивенько уложить гриву. Красиво. Давайте уложим, чтобы заново ничего не ждать. Так, ну и день у нас Каденс, или два даже, не знаю. Видите? С моей помотаем резинкой. Я не знаю как. У меня одна резинка всего лишь. Если она оборвется, то это будет плохо. Очень-очень-очень плохо. Как-то так. Не, она не сильно прижата. Давайте мы сейчас ее вот так вот как-то уложим. Красиво. Изящно. Ничего не знаю, как тут надо. Я первый раз делаю прическу для пони. Ну, не первый раз, а как бы первый раз я с водой все делаю. Сейчас мы подтянем, чтобы не было видно фиолетовый цвет. Тут видненько. Я хочу, чтобы все было красиво.
так нормально выглядит. Ну все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, поставьте пальчик вверх, пишите мне комментарии. Пока-пока.